Не работает блок питания. Он не разборный, никаких винтов, шурупов и саморезов нет. Он проклеенный по контуру клеем. И для того, чтобы его разобрать, нужно по контуру или пилить, или ковырять отверткой, или ножом. Ну, в общем, практически все способы такие в конце оставляют следы после того, как вы его поремонтируете и склеите. Будет все равно видно некрасивые следы по контуру. Я последние несколько лет пользуюсь очень таким простым и надежным, эффективным способом для того, чтобы разбирать такие блоки питания. А заключается он в том, что пластиковый корпус блока питания нужно продавить по всем углам поочередно в тисках. От давления клей внутри растрескивается и корпус открывается. Может, конечно, иногда и немного пластик потрескаться, но именно тот, который нахлёстом идет две части корпуса, одна на вторую, и находится внутри. То есть тот пластик, который именно стыкуется между собой. И после ремонта и обратной сборки мы этих следов никаких не увидим. То есть все будет нормально выглядеть, аккуратно и красиво. Блок питания открыт, все аккуратно, ничего нигде не поломалось, то есть когда будем собирать его, аккуратненько закроем, никаких следов нет, ну это какой-то не царапина, это непонятно что. Быстро и безопасно. Если это видео кому-то помогло, ставьте пальцы вверх. А у меня на этом все. Благодарю за внимание и до новых встреч.